О строительстве новых объектов, реконструкции, содержании дорог, благоустройстве и других расходных статьях будущего бюджета говорили сегодня на заседании Чебоксарского городского собрания депутатов. Более 11 миллиардов рублей – таков прогнозируемый объем доходов столичной казны на предстоящий год. Это примерно на 7% меньше 2019 года. Более 60% бюджетных средств направят на образование, культуру, физическую культуру и спорт. В общей сложности на социальную сферу депутаты заложили более 7 миллиардов рублей. Строительство, капремонт, содержание автомобильных дорог и ремонт дворовых территорий в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». На эти цели пойдут еще около 3 миллиардов рублей. 980 миллиардов рублей хотят направить на обеспечение жильем многодетных семей, переселение граждан из аварийного жилья. Прокладка водопровода из насосной станции северо-западного района города Чебоксары до деревни Чандрово – приоритетный проект. Начало ему положено уже в этом году. В планах строительство долгожданной снегоплавильной станции. Кроме того, столица Чуваши 2020-2021 года планирует строительство открытого катка. Депутаты говорили также о финансировании туристического кластера. Инвестиционный проект «Чуваши сердце Волги» получил федеральную поддержку. Реализовать его планируют в течение 6 лет. Бюджет поддержали. Депутаты вручили юбилейные медали и благодарности тем, кто внес свой вклад в развитие города. Наталья Мальчикова, Игорь Зверев, Республика.